То, что цирк под названием «Переизбрание Путина» закончился ожидаемым результатом, никого не удивило. А вот то, что так называемая оппозиция в эмиграции подыграла этому шоу, вызвало странное недоумение. У нас все еще остается антивоенный кандидат и возможность недвусмысленно высказаться против войны посредством голосования на выборах. Кандидат этот – Владислав Дованков. Да, вам не послышалось. Один из главных противников путинской власти Максим Кац открыто призвал голосовать за одну из кукол Бункерного. Лично я собираюсь голосовать за Дованкова. И не буду скрывать, у сегодняшнего ролика есть конкретная задача – убедить вас накидать за него голосов. Кац почему-то решил, что некто лакей Дованков принесет миру недофедерацию. По какой-то причине в бюллетене окажется человек, который декларирует в качестве предвыборного обещания нормальную мирную жизнь. Не нужно недооценивать кандидатов в президенты с антивоенной риторикой. А все потому, что засланный казачок на так называемых дебатах и типа встречах с избирателями, как попугай, повторял одни и те же выражения. Моя позиция такая, позиция моего поколения, что чем раньше мы начнем переговоры, тем скорее мы увидим с вами мир. Другие же оппозиционеры из-за бугра призывали к полднику против Путина. Это значило, что каждый должен был прийти в последний день голосования в 12 часов дня на избирательный участок и сделать с бюллетенем все, что пожелает. И многие прислушались и совместили стратегию, предложенную соратниками Навального, полдень против Путина и голосование за Дованкова. Очереди во многих райцентрах действительно исчислялись сотнями метров. Екатеринбург, Новосибирск, Питер, Москва, Челябинск и многие другие крупные города на болотах повелись на призывы либеральных забугорных лидеров. В общем, затея вроде удалась, люди вышли. За Дованкова проголосовали. Но они все вновь забыли, что все эти фонарики, полдники и мирные кандидаты в такой стране, как Московия, не работают. В лице всех этих персонажей мы смогли наблюдать очередной парад романтического слабоумия. И каково же было удивление отдельных оппозиционеров, когда на следующий же день после оглашения результатов тот же Дованков дал конкретную заднюю. Вчера на встрече с новым старым президентом России Дованков публично поддержал войну. Вы абсолютно правильно сказали, что у нас общая цель – это победить в специальной военной операции. Очень важно это противостояние не оставить следующим поколениям, а решить поколению нашему. Таким человеком можете быть только вы. А затем на траурной церемонии, посвященной десятилетию оккупации Крыма болотами, просто заслюнявил своего кумира. Я никогда не забуду свое чувство, то чувство гордости за свою страну, из-за своего президента вот ровно 10 лет назад. Поздравляю вас с этим праздником! А как же вот эти вот ежедневные эфиры с призывами? Он сейчас лучшее средство для достижения нашей с вами цели. Как минимум, стоит выступить всей страной за мир. Рано или поздно выяснится, что позиция Дованкова находит отклик не только у 2,5 оставшихся в Москве хипстеров, но и у многих миллионов людей. Кац было пытался оправдаться, что, несмотря ни на что, голос оппозиции услышали. Мол, на некоторых избирательных участках Дованков набирал более 10%. А то, что он оказался подлецом, это уже десятый вопрос. Оппозиция есть, существует, она готова действовать внутри страны, она не готова к силовому протесту, коктейлю Молотова, нет, не к этому. Но она есть, существует, не забилась никуда в норку, не испугалась всего этого и продолжает делать громкие высказывания тогда, когда может. Бабка на лавке тоже может громкие высказывания делать, но ситуация в доме от этого никоим образом не изменится. При этом, если схема с Дованковым принесла хоть какую-то информационную пользу, то полдник против Путина сыграл абсолютно на стороне Кремля. Этот полдень против Путина выиграл Путин. Если до полдника русские выборы были таким угрюмым рукоделием дрессированных орков где-то в пещерках циков, то полдник нарисовал этим выборам вполне демократическую рожицу. Теперь же никто не посмеет сказать, что Путин избран подло, подковерно, а налицо вот гражданский ажиотаж. Приличные очереди на избирательные участки, активность граждан и, что самое важное, призыв оппозиции идти и голосовать, и люди пошли и проголосовали. Люди в очередях, разумеется, не виноваты. Они честно откликнулись на призыв вождей и вождих. Наивная радость от того, ах, как нас много, она продлится очень недолго и мимолетно и ни на что не повлияет. А вот в Кремле с умилением наблюдали за тем, как оппозиция поддерживает устроенный путинистами цирк.
Бункерный даже похвалил забугорных лидеров за выбранную ими позицию. Призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было бы быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Антипутинисты превратили выборы из частного дела одураченного быдла во вполне себе общенародное голосование. Моментально этой катастрофической ошибкой воспользовалась и Роспропаганда. Она вкачала в мозги своим зрителям картинки из европейских столиц, представив их как столицы, голосующие за Путина. И обитатели глубинок грохнули стаканами об стол в восторге, что не одни они такие идиоты, и что вон в Париже и Лондоне тоже голосуют за их упыря. Хотя на самом деле в Лондонах и Парижах было далеко не все так однозначно. Упырь с началом полномасштабной войны в Украине прилично потерял электорат на загнивающем Западе и лояльном Востоке. Дованков в Алматы, Белграде, Праге, Бангкоке и Барселоне обошел Путина с драматическим разрывом. Он собрал от 60 до 70% голосов, а, например, в турецком Трабзоне и вовсе 77%, в то время как у Путина там около 5%. А вот еще несколько интересных данных из зарубежных избирательных участков. Города, которые перестали поддерживать Путина, в скобках поддержка Путина на предыдущих выборах в 2018 году. Казахские Астана и Алматы у Путина 25%, а было чуть ли не 90%. Сербский Белград, где пропагандисты кичатся, мол, родные братушки сербы, всего 10%, а было 83%. Очень много потерял в Ереване, вместо 90% стало 32%. Израиль почти 70%, осталось 37%. А в Хайфе и того меньше, 34%. Если брать в целом по странам, то моль обошла своего лакея только в Италии, Греции и Узбекистане. Если же рассматривать отдельные точки на картах, то Бункерный проиграл не во всех центрах московитской эмиграции. Больше всего удивляет столица главного врага Путина – Вашингтон. Почти 55%. Также очень расстраивает Таллин. Эстония – одна из ближайших друзей Украины, просто кишит путиноидами. 75% за главаря Неорейха. Вот послушайте парочку ответов из Таллина. За кого голосовали? За Путина. Почему? Потому что он лучший. После Жириновского. Жириновский умер. Вы же знаете, что Путин сейчас, по вине Путина, умирает много очень людей в Украине. Война есть война. На войне кто-то умирает. Кто-то остается живой. Кто-то остается инвалидом. Для этого и война. А ВВХ при этом святой мученик, освободитель, который вообще ни при чем. Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он с 14 года до 22 года бомбил Донецк и Луганск. Он, во-первых, на Украину не нападал. Украина напала на Донбасс. А это уже случай из Испании, где любящая Путина издалека решила сорвать акцию протеста не любящих Путина из того же далека. Ну и вишенка на торте. Россия будет свободной! Фашистка вон отсюда! Путин! Путин! Фашистка вон отсюда! Россия будет свободной! Россия будет свободной! В общем, антипутинские баннеры отстояли и бабку перекричали. С юмором реагировали на путинистов во время псевдовыборов в Германии. Это, например, в Берлине напротив очереди на голосование стала Рашенфрау с триколором в поддержку ВВХ. Но человек, очень похожий на Хоакина Феникса, с флагом Украины попросил подвинуться, а еще лучше удалиться во свояси. Народ поддержал такие действия. А это возле одного из немецких консульств один из антипутинистов организовал раздачу блинов с лопаты. Спасибо, что проголосовали. Может, блин с лопатой? Бесплатно. Да, пожалуйста, берите. Нужно было еще коровьих лепешек до пустых бутылок набросать, чтобы прям как дома. И вид, и запах, и аттракцион родных болот. В этом случае, произошедшем в Италии, местный житель, к сожалению, проиграл бой с отарой овец и козлов. Как ни пытался итальянец внести в голову мысль, что Путин преступник и без него всем станет лучше, ничего у него не вышло. Вивин Украина! Вергоня! Вергоня! Я русский! Я иду до конца! Им бы стоило спеть другую песню, куда более правильную. «Домой! Пора домой!» Еще больший дурдом можно было услышать во время голосования в Латвии. Эй, жить по всей России. Я именно так. Я.
Я родился при Гитлере в Риге, в Остландии, понимаешь? В Риге, в 42-м году. У меня 82 года, сейчас 42-й год. Я подданный Гитлера. Здесь мы даже не сомневаемся, только подданный не Гитлера, а его лучшего ученика и последователя. Вообще, ответы неспособных выучить латышский язык, как всегда, глупы и алогичны. За Путина. Потому что всякую пенсию дает нам. Пенсию. Я офицер русский. И нас все обеспечивают нормально. Но пенсию вам дает же не Путин, а Россия? Ну, Россия. А указание дает Путин. Вы голосуете за Путина, потому что он платит вам пенсию? Можно и так сказать. А вот еще один, типа московский интеллигент, проживающий в Латвии. Кто из кандидатов может этот мир обеспечить, по-вашему? Может быть, Путин. То, что он сейчас и делает. Он сейчас завершает войну. Откуда вы такие беретесь? Разве так сложно осознать, что голова не только для того, чтобы в нее есть? Нью-фюреру реально повезло с электоратом. Наш дурдом голосует за Путина. Наш дурдом будет Путину рад. К слову, у Гитлера электорат был примерно такой же. 80%. 38 миллионов немцев проголосовали за него. Ха, по-твоему, если 38 миллионов поставили на идиота, он уже не идиот? При этом в той же Латвии местные продолжают бороться с любителями русского мира. Во время голосования перед посольством в громкоговоритель было обращение в грубой форме к ватникам. По сравнению с вашими уродами, братьями и сестрами, которые сейчас в Украине дохнут, вам повезло чуть больше. Чемодан, вокзал, Гага, оставшимся. А это чат-рулетка между московитским иждивенцем в Риге и жителем болот. Укропы, беженцы есть у вас? Приезжают к вам укропы-то? Есть. Я их гоняю. А всех потом раз площади устроить. А ну-ка ты в Москве живешь, как я, блядь. Что насчет правительства Латвии? Что, фашисты или кто они? Сука, передайте нам, я за неделю дураком всех поставлю. У меня есть народ, у нас нет оружия. И опа, а что такое? Не такой уж смелый. Надеемся, депортация говоруну обеспечена. А это уже случай из Литвы. Не связанный с псевдовыборами, но при этом не менее показательный. Мы только что получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энсо Геннадзе, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шауляй выступит другой исполнитель. Энсо Геннадзе, он же Пупо, почему-то решил, что перед концертом в Литве может срубить баблишко еще и на болотах. Спасибо! Спасибо! Но литовцы уже неоднократно доказывали, что никаких сторонников и прихлебателей Московии они у себя в стране не ждут. Какой бы звездной величины они не были. Когда мы поинтересовались, почему он ездил в Москву, исполнитель ответил, что о политике не говорит. Его весть миру проста, он хочет нести голубя мира. Итальянец заверил, что в Москву ездил ради мира. Голубю мира литовцы крылышки немного общипали. А теперь перенесемся за океан, в логово самых ненавистных врагов – в США. История произошла на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где случайный прохожий услышал опрос, проводимый среди московитских иммигрантов. Терпение лопнуло, и он выложил всю подноготную этого племени. Они все живут тут, в этой стране, по 30, по 40 лет, сидят на выплатах, на программах, но все равно говорят, что виновата Америка. Они живут тут, смотрят русские новости, причем регулярно, день ото дня, даже слушают тут русское радио, выходят сюда и пропагандируют вот этот вот бред, который идет отсюда сюда. И в них во всем виновата Америка. Тут 90% таких. Эмигранта было не унять. Все раньше с флагами любили посидеть, тоже любимое дело. Патриотизм, 9 мая. Они даже не знают, когда война закончилась. У них война 9 мая закончилась. И этот поток «любить родное болото», попивая дайкири на Брайтон-Бич, прямо скажем, не убывает. В последнее время в связи с санкциями попасть из дремучих лесов в продвинутую цивилизацию стало крайне проблематично. Американская виза нынче очень редкий клад. Только что мне пришла посылка из Рима, где я заходила собеседование американского. Значит, все в письме написано. Я даже не могу поверить, что это на самом деле. Я была просто уверена, что это будет.
Но желание жить красиво, пока твоя страна уничтожает соседа, никуда не девается. И московиты нашли обходной путь. 9 февраля 2023 года в Буэнос-Айресе приземлился необычный рейс. Самолетом эфиопских авиалиний прибыли сразу 33 беременные пассажирки из России. Это показалось миграционной службе странным. Часть пассажирок не пустили в страну и попытались вернуть домой. Женщины отказались и расположились на полу в аэропорту. В конечном итоге всех их пустили в страну. И не спешите жалеть бедных беременных женщин. «Мы приняли какой-то летающий роддом», — воскликнула глава иммиграционной службы Флоренция Корильяно. И такой роддом был далеко не один. Статистика родильного туризма из Московии в Аргентину просто ошеломляет. Директор миграционной службы сообщила, что в прошлом году 7 тысяч россиянок родили в Аргентине и уехали. Ключевое здесь – родили и уехали. Но в чем же фокус, спросите вы? Аргентина – уникальный шанс. Куда еще россиянка может приехать без визы, родить ребенка, и он автоматически получит иностранное гражданство? Мало того, родителям этого ребенка получить паспорт становится намного легче. Даже не так, не родителям, а тем, кто представляется родителям. Те, кто представляется отцами новорожденных, тоже могут получить гражданство, а потом подать на 10-летнюю визу в США. Кто-то скажет, что люди бегут от войны. Да, такие тоже есть, но основная масса бежит от правосудия и к уже подзабытой роскошной свободе. Сначала мы думали, что приедут к нам люди бедные, которые спасаются от войны, но сейчас мы видим совершенно другую миграцию. Это люди обеспеченные, состоятельные, которые могут позволить себе снять хорошую квартиру. Есть слухи, что сюда едут олигархи под какими-то вымышленными именами. И это неудивительно. Пока их свихнувшийся дед бомбит мирные города Украины, многие небедные люди болот находятся под прицелом Запада и не могут спокойно отдыхать на своих испанских виллах и дорогущих яхтах. К тому же многие уже начинают задумываться о последствиях, ведь наказание за развязанную войну неизбежно. Политическая и бизнес-элита России присматривает себе запасные аэродромы в Латинской Америке на всякие непредвиденные случаи. Те, кто на самом верху, якобы решили обосноваться в Венесуэле, а те, кто рангом пониже, в Аргентине. Это очень напоминает крысиные тропы после окончания Второй мировой в Европе, когда беглые нацисты под прикрытием Ватикана и Красного Креста доставлялись в Южную Америку. Получив папские документы, беженцы отправлялись на Пьяцца Испания в офис Красного Креста, который выдавал выездные визы из Европы. При этом гуманитарная организация знала, что многочисленные военные преступники пользуются помощью церкви, чтобы сбежать из Европы. И мы не удивимся, если подобные тропы обнаружатся и в наше время. Ведь папский престол далеко не всегда был святым. Сам папа Пий XII не стеснялся общества фюрера. Вот они вместе на фотографии в конце 30-х годов прошлого века. Вероятно, после таких встреч к понтифику навсегда приклеится этот ярлык. Папа Гитлера. А это уже нынешний папа Франциск доверчиво общается с современным фюрером и неустанно предлагает поднять Украине белый флаг. Я думаю, что самый сильный – это тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет мужество поднять белый флаг. Когда вы видите, что терпите поражение, когда дела идут не очень хорошо, нужно иметь мужество вести переговоры. Да более знакомые нарративы. Вот только тогда, 75 лет назад, белый флаг пришлось поднять нацистам. И поэтому неудивительно, что крысы вновь начали бежать с тонущего корабля. Все теми же тропами. А наш паспорт позволяет посещать без визы 170 стран. Может быть, поэтому члены российского руководства могут приезжать в Аргентину, чтобы укрыть свои активы, потому что здесь им не грозят санкции. А санкции начинают потихоньку добираться даже до дружественных стран. В последнее время усугубились дела московитов в финансовой сфере. Российские карты МИР перестанут работать в Армении. Ранее о прекращении обслуживания МИРа сообщил Береке Банк из Казахстана. Виной всему санкции США, под которые в феврале попал оператор МИРа. Сейчас импортозамещенные карты продолжают работать в Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане и на Кубе. Да что там, даже внимание! Объединенные Арабские Эмираты ограничили денежные переводы в деревянных. Крупнейший госбанк ОАЭ прекратил принимать переводы в рублях. Под пристальное внимание Америки также попали банки Турции и Европы, в частности, австрийский Райффайзенбанк. Кроме того, этот банк закрыл счета нескольких крупных российских компаний и граждан России, оказавшихся под санкциями, если остатки на них превышают 5 миллионов долларов. Медленно, очень медленно, даже можно сказать чересчур медленно. Но процесс ограничения страны-террориста все-таки происходит. Последние при этом все так же рвут на себе рубаху с криками «Да мы вас всех порвем!». Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины,
то они там и останутся. Вот уже и Швеция в НАТО вступила, благодаря чему Балтика стала внутренним озером Альянса. А он все пенится и пенится. Путин хочет быть опасным, но не получается. Как НАТО расширяется, у Путина сужается. Опа! Опа! Грозимся жмать Европу. В результате третий год давимся укропом. Касательно «давимся укропом», тут можно своеобразный рейтинг создать, типа «западный лидер месяца». И, пожалуй, два последних можно безоговорочно отдать вот этому человеку, который, пока многие бла-бла-бла, умудрился найти для Украины 800 тысяч артиллерийских боеприпасов. Сотни тысяч снарядов для ВСУ найдены. Об этом на днях заявил президент Чехии Петр Павел. Павел не назвал стран, которые согласны продать снаряды. К его инициативе присоединился ряд европейских государств. 7 марта союзники собрали всю необходимую сумму для закупки боеприпаса. По всему миру собирал для Украины, тем самым доказав, что все возможно, было бы желание. Как было бы желание передать Таурусы, как было бы желание прекратить вакханалию на украинской границе, как было бы желание запустить, наконец-то, ленд-лиз. Все это возможно, было бы желание. И может тогда каждый лидер западной цивилизации сможет так же, как он, спокойно выйти с работы и в присутствии всего одного охранника не спеша пойти домой. А придя, поцеловав жену и обняв детей и внуков, с чистой совестью и чувством того, что ты сделал все возможное, чтобы спасти эту планету от раковой опухоли, тихо заснуть. А завтра у него вновь будет желание неустанно помогать самым смелым мужчинам и женщинам всем, чем он только может. Потому что он прекрасно осознает, что это не только их война, но и его.